Ми продовжуємо зустрічі в рамках телевізійних програм «Влада сумчанам». І сьогодні спілкуємося з керівником фракції «Об'єднання самопоміч» в Сумській міській раді Олександром Зименком. Ваша фракція, вірніше, фракція вашої політичної сили в міській раді – це 4 депутати. Наскільки ви особисто і вони були дисциплінованими, чи всі засідання сесії відвідували? На самом деле пропуски были, но их было совсем мало, буквально 1-2. То это по уважительным причинам. И как бы было написано заявление, то, что и заявлено официально, что мы будем отсутствовать по каким-то причинам. А так мы постоянно ходим и на сессии, и на комиссии. Мы обязаны это делать. Яким було головне стратегічне завдання вашої політичної сили, коли йшли на вибори, і чи змінилося воно в період роботи в міському парламенті? Задание было и есть, и в дальнейшем оно будет вообще политической силы в целом по Украине. И у нас на местном уровне это работать для людей и ради людей. Как бы мы для этого шли, с этими целями шли, и мы этим занимаемся в Сумском горсовете. На сьогоднішній день який статус надасте своїй фракції? Ви підтримуєте більшість в міській раді, чи ви в опозиції до влади? Я не считаю, что мы в большинстве или в какой-то оппозиции, потому что мы пришли отстаивать интересы людей. И наша задача поддерживать любая фракция, которая даст здравые проекты решения, здравые мысли, которые можно реализовать. Мы их будем поддерживать, вне зависимости, какая есть. А некоторые фракции есть, которые члены исполнительной власти, выконкома, голосуют за одно. А депутатский корпус этой же политической силы, представители этой фракции, берут, перекручивают и голосуют против. Понимаете это? У нас, слава богу, этого нет. У нас наши представители в выконкоме, как и представители в депутатском корпусе, придерживаются одного и того же и идем в одном направлении. Нет у нас разбежностей каких-то. Скільки запитів за дорученням сумчан своїх виборців ви встигли зробити, звернень, запитів, і наскільки вони були результативними? Их больше 400 сделано, полностью если брать всю фракцию. То, что результат есть, на самом деле не очень большой, потому что есть бюрократия, она есть по всей стране, и, соответственно, есть в Сумском горсовете бюрократия. Ответы бывают, на самом деле, бредовые, которые не то, что не удовлетворяют наше желание, а вообще они не подходят к тем запытам или к тем зверненням, с которыми мы обращаемся. Рассмотрим. Передбачим, в принципі, відповіді йдуть такі ж, як і звичайному жителю, який напише сам. Від кого чи від чого це залежить? Ну, це залежить, взагалі, проблема в нашій голові, прежде всього, в більшості випадків. В нашій, це беремо чиновники, вони ж пишуть ці відповіді. Маєте? Или є навіть якісь обіцяння, ну, по факту, со 100% обіцяння, то, що вони обіцяють, що буде зроблено в наступному році, або ісправлена ця помилка, це 20-30%, если есть со 100% обещаний из-за чиновника, то это очень хорошо, на самом деле очень мало. Які з проєктів рішень, запропонованих вашою фракцією, ви вважаєте найважливішими? Які з них підтримали, які не були підтримані і чому? Много маніпуляцій є, і много є перекручування, які потім показують по СМІ не так, як воно є на самом деле. Кожен тягне на себе одеяло і кожен в свою пользу. Ну, по факту, від цього результату нету ніякого. Якщо взяти, я не хочу углублятися в те, що було раніше, взяти останнє прийняття бюджету, ми голосували за бюджет, але зробили заявлення офіційне перед голосуванням, що ми будемо голосувати за бюджет тільки в тому випадку, якщо буде учтено два наших пропозиції. Це по якій є зараз нова школа на рівні України, да, закон був прийнятий, щоб в марті при розподіленні вільного залишку було предусмотрено это все и до финансирования, после того, как государственный бюджет сделает перечисление на наш местный, мы дофинансировали и закрыли эти все вопросы по первым классам, потому что с сентября будет новый учебный год. И второе, это по поводу 10 троллейбусов, закупки тоже с вильного залышку. Это мы все делали. Как бы это вот именно вот здесь нас услышали, и большинство депутатов поддержало, и, соответственно, мы голосовали с этими пропозициями за бюджет. А які проекти не підтримані? Як вважаєте, чому? Проекти, які не підтримані, ну, було це те, що стосується українського язика. У нас перекрутили, що ми
вообще самопомощь не поддерживает это. Это был все обман, и все было популистическое решение. Мы вынесли свой проект решения, полностью опираясь на закон Украины, который был принят по пункту. Это все разбито, все сделано. Но, опять же, нас в этом не поддержали. Это не сильно хорошо, не сильно правильно. Но через время частично вот эти вот пункты, которые мы предложили, не хочу называть фракцию, но они внесли это, и ими было это проголосовано. Як впродовж 2017 року, на ваш погляд, працював міський парламент? Задоволені ви роботою чи ні? Не дуже я доволен роботою, і люди не дуже доволені роботою, тому що в більшості випадків, коли ми тільки попали в горсовет, казалось би, да, там молодежи много зашло, молодих депутатів, каких-то там хотят что-то менять в лучшую сторону. Ну, по факту оказалось, большинство здесь популистов есть, которые красиво, хорошо все кричат на сессию, а мало кто выходит к людям, вообще их слушает, а просто рассказывают какие-то истории выдуманные. Ну, и, соответственно, работы как таковой тоже очень мало. Ну, и работа идет, но не так, как бы хотелось. Хотелось бы намного больше эффекта, больше встречи с людьми, что проводили, больше слышали людей, которые нас избирали или не избирали, но жители нашего города. И, соответственно, решали проблеми для людей. Що корисного встигли за 2017 рік зробити депутати вашої фракції по своїх округах, безпосередньо для своїх виборців? Для нас 4 чоловіка, всього лише 42 депутатів, це 9%, там 9 і зовсім чуть-чуть менше 10%. Практично все проблемы, с которыми нам обращались люди, а это основная масса проблем, это сфера ЖКХ большинство и социальное направление, и здравоохранение. Я думаю, 90-95% того, что мы, за что мы брались, что мы обещали и с чем нам обращались люди, они выполнены. Но это надо лучше задать вопрос людям, они дадут оценку нам. Мы сами себе оценку не сильно. Я распорядилась за депутатским пошлом. Я возьму даже за 2 года лично себя. Если взять мои депутатские деньги, в основном вся сумма денег уходила, это онкобольные, просто ДЦП, все то, что касается со здоровьем. 80% моих средств депутатских, которые были выделены, да, депутатские деньги, хотя это на самом деле те же бюджетные деньги, одно и то же, деньги налогоплательщиков, это были, да, потому что, ну, я считаю, это основное. Какой-то себе пиар, там, сфера ЖКХ из депутатских денег в основном не делал. Делали площадки. Все, а больше остального нет. Все братья Ирина Рыбальченко, Денис, они на самом деле сделали на округе на Барановке спортивную площадку. Люди там никогда в жизни ее не видели, очень довольны и благодарят. Ирина Анатольевна Рыбальченко, она сделала в 20-й школе, буквально недавно открыли спортивную площадку, спортивные тренажеры возле аграрного университета, спортивную площадку такую в масштабном, знаете, плане. И она сделала альтанку возле поворота на Гамлея. В дальнейшем у нее в планах сделать там сквер. Тоже это все делается за депутатские деньги. Чи зуміли залучити кошти з міського бюджету на потреби своїх округів, окрім депутатських коштів? Есть проблемные дома, это капитальный ремонт крыш подвалов. Есть аварийные дома на моем округе, их 2 таких очень в плохом состоянии. Но их не сделали, если брать с 2015 года. Надеюсь, в 2018 году, как бы сделаю, в крайнем случае, будем уже сбрасываться депутатскими деньгами и закрывать этот вопрос, потому что люди находятся не в сильно хорошем положении, их дома. Чего сегодня, на ваш погляд, не вистачає міському парламенту? Я думаю, единство – это основное. И даже не основное, это единство, это будет, наверное, второстепенное. А то, что мы мало слышим наших жителей и мало с ними общаемся. Я думаю, это основное, и, соответственно, от этого выплывает уже единство. Надо больше сделать на акцент людей, больше их слушать, с ними общаться, доводить свою точку зрения, больше рассказывать и все открыто делать. Плани на 2018-й, я маю на увазі, зважаючи на прийнятий бюджет. Наша задача, щоб був реалізований те, що наші правки ми вносили, да, пропозиції до бюджету, от це основне. Ну і, відповідно, взагалі наша позиція, треба розвивати здравоохранение и образование, потому что это основное. Ну, понятно, что не забывать сферу ЖКХ, потому что оно все тоже, на самом деле, в плачевном состоянии. И мы делали еще, забыл сказать вам, по проекту решения, у нас их было много, то, что касается путевок атошников, сферы АТО, и то, что пандусы. Это нас поддержали, это тоже очень хорошо. Все учреждения
мы хотим сделать на следующий год, чтобы да, доступно, чтобы был пандус. И такой масштабный, думаю, был проект решения, это такие приподнятые чуть-чуть пешеходные эти, там, где зебра, да, пешеходные переходы. Это тоже, да, потому что я сам езжу за рулем и понимаю, что очень быстро ездят наши водители. А по своих округах запланували ли какие-то великие проекты? Да, у нас есть большое очень желание, я думаю, мы это реализуем, если нам помогут на наших округах жители наших округов. По поводу громадского бюджета на следующий год, вот есть в планах у нас 3 проекта, их не хочу пока называть, но у нас в планах есть сделать это, если не получится на 2018 год, сделать это на 2019. Якщо можна трохи спрогнозувати, яким буде 2018 рік для сумчан, зважаючи на політичні течії і фінансування? Много залежить, на самом деле, от центральної влади, тому що вони то убирають нас з бюджету, гроші забирають, вроді би возвращають, але возвращають опять після того, як починають слышати людей, народ, да, на місцевому рівні. Я думаю, что я просто позитивно настроен. Я думаю, что будет все хорошо. Ну, многое зависит от областной администрации, многое зависит, соответственно, от центральной власти. А то, что зависит от местного самоуправления, это от Сумского городского совета, наша задача делать все правильно, открыто, по закону.